еще немного белорусского футбола для гостей ntlbet.ru. И сегодня бы еще два поединка, о которых я хотел поговорить. Это первое противостояние, которое меня очень заинтересовало. Противостояние Ислыча и Нафтана. Ну что говорить, обе команды нынче в самом дне турнирной таблицы. И если дела Ислыча в плане финансов еще кое-как, можно сказать, хороши, то Нафтан, конечно, абсолютно разобран. Тяжело команде найти мотивацию для этих оставшихся игр. Скорее всего, команда не переживет это межсезонье в том составе, в котором она сейчас есть. Будут серьезные, наверное, кадровые потери. Я думаю, что игроки, те, у которых будет возможность, попытаются какие-то контракты себе найти новые. Но, а что касается противостояния с Ислычем, то, ну, конечно, матч принципиальный. Но почему я вижу Ислыча фаворитом? Ну, во-первых, в этом году Ислыч очень-очень кусается со всеми, и на самом деле команде очень серьезно не везет. Практически в каждом матче она проигрывает мяч, какие-то странные удаления он получает на ровном месте, какая-то есть недисциплинированность. Вот противостояние с Нафтаном, думаю, ключевое в этом плане, потому что, ну, поражение – это фактически будет приговор для команды. И сейчас уже гандикапы очень-очень солидны. От Минска это 12 очков, это 4 победы, если учесть, что у Ислыча их там всего 2-3 и не больше, то это очень-очень серьезно. Поэтому в этом матче я решаю поставить на Ислыч, ну, может быть, немножко подстраховаться, ну, и взять ее с нулем. Еще бы добавил противостояние в этот экспресс Славии и Торпедо Белаза. Ну, у Белаза был чудовищный календарь, конечно, там и Шахтер, и Батэ, и другие очень сильные соперники. В итоге в 4 матчах Белаз набрал всего не так много очков. Почему так происходит? Ну, во-первых, как я уже говорил, команда очень такая в этом году не совсем, наверное, играющая в тот футбол, который хотят многие из атакующих футболистов, которые очень богатым представлены в составе Белаза. Это и Зубович, это и Скавыш, это и Макайс, которого заставляют играть, ну, фактически не в свой футбол. И вот противостояние против Славии. Славия очень такая команда неоднозначная, способная выдать на гора поединок, в котором выиграет у того же крепкого Днепра 4-0, но при этом может спокойно и безропотно проиграть Батэ 0-6 или там проиграть команде своего уровня, той же Ислыча со счетом 2-3. Но дома вообще Мозырь очень-очень веселый, забивает довольно много. И вот в этом противостоянии, думаю, что голы тоже нас будут ждать, потому что проблемы Славии в обороне никуда не ушли. И даже в матче с Нафтаном был нереализованный пенальти новополучанами. Ну, пока тащит, конечно, вратарь, чернокожий легионер в составе Славии. Но вот еще раз повторюсь, защита оставляет желать лучшего. Поэтому рискну предположить, что в этом матче будет как минимум 2 забитых мяча. Итак, думаю, что возьму такой экспресс, где я поставлю на Ислыч в домашнем матче, ну и добавлю туда как минимум 2 мяча в противостоянии Славии и Торпедо Белаза. Удачи!